От контуров и набросков к ведущим подиумам мира. 12-й фестиваль моды и театрального костюма «Поволжский сезон» открывается в Самаре. На кону путевка во Францию. Свои коллекции молодые дизайнеры со всей страны представят широкой публике в выходные, а сегодня закрытый показ для жюри. На нем удалось побывать и нашей съемочной группе. В мир нереальной моды на один вечер окунулась Татьяна Пудова. Чтобы представить ее коллекцию «Чаровница», все модели прошли жесткий отбор. Дизайнер Татьяна Мастерова элементы на костюмах вышивала сама, вручную. Говорит, на эти костюмы ее вдохновили полотна русских пейзажистов. Мне просто хотелось создать именно русскую коллекцию в русском стиле, стиле зимы, русской зимы. Со мной работает очень много достаточно тоже таких творческих людей. Это целая команда закройщиков, портных и... Вдохновились вот этой русской культурой. О том, что искусство сегодня в моде, говорят работы дизайнеров. Вот будто «Царевна лебедь» сошла с картины Врубеля, а в этой коллекции явно присутствуют нотки романтизма. Даже если в привычном увидеть что-то необычное, уверен русский парижанин Александр Васильев, успех обеспечен. Наша задача, чтобы молодые участники обрели какую-то возможность лететь дальше и, соответственно, творить дальше. Дальше, как их жизнь сложится, это часто воля случая и обстоятельств, помноженное на их трудолюбие. Дизайнеры – это не грибы, они не растут после дождя. Их мало, их реально мало. И то, что мы называем здесь порядка 5-6 имен, выросших из этого фестиваля, это гениально. Это уже огромная цифра. Лучшие дизайнеры получат пропуск в мир по-настоящему высокой моды. Победители поволжских сезонов покажут свои коллекции на подиуме в Марселе и на конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Олег Айдаров. Новости губернии.